Бекки Ханс, или Хэнс у нас. Дело номер 233. Зажечь благовоние возле призрака, спугнуть его с помощью благовония и достичь рассудка ниже 25%. Активируйте свои ЭМП, дорогие друзья. Мы отправляемся на Willow Street House. Какое необычное начало, блин. Никогда я так еще не приветствовал. Ну, а вообще, я хотел, знаете, что вам сказать? Я хотел сказать вам приятного аппетита, потому что я давненько уже никому не желал приятного аппетита. Да, давненько меня вообще в принципе не было. Так, я слышал кое-что, кто дверь открыл. Так, давай быстрее включаем штуку. Где? Где-то здесь открылась дверь. Не здесь, подожди. Так, мне бы вообще включить свет, чтобы этого того. Так, по-моему, наверное, вот эта дверь, нет? Да, да, да. Опа, так, окей, есть. Отпечатков не вижу. Окей, здесь, так, хорошо. Вот эта дверь еще открылась. Бамс, отпечатки. Отпечатков не будет? Не будет. Хорошо, призрак у нас в этой комнате. Я уверен на 1000000%. Насколько? На 1000000000%. Хорошо, МП, МП5 нету. Хорошо, врубаем свет, смотрим орб, огонек. Блин, слушай, я спидраню. Я вообще мастер. Кто? Я молодец, мне кажется. Ну, конечно, может быть, не до конца молодец, но нормально, пойдет. Так, подожди. Опа, она, приколдесно ты, конечно, придумал. Так, стоп, давай-ка я включу свет лучше здесь. Где ты кинул? Окей, ага, троечка. Может быть, все-таки на кухне? Смотри, огонька я не вижу. Огонька я, пожалуй, наверное, огонька нету. Но я думаю, я бы увидел. Так, хорошо, рассудочек у нас уже немножко, я думаю, обсадился. А где тут свет включается, я совсем забыл. Так, давайте-ка возьмем ключи. Не знаю, что за проклятый объект, кстати говоря, я так и не проверил. Блин, я очень рад, что вышло обновление графики, потому что игра выглядит вообще прям офигенно теперь. Возьму-ка я блокнот, радио, приемник и... Ну, ультрафиолет я не вижу смысла брать, потому что мы проверили. Отпечатков, я думаю, что не будет. Ну, а давай-ка вот так вот я сделаю. Давай-ка я сразу вычеркну Абаки. Йоу, слишком профессиональный геймплей сейчас происходит у вас на экранах. А у меня, в принципе, на экране он тоже происходит, потому что я играю, как бы это сюда, ну, понятное дело. Так, хорошо, давай попробуем потрындеть с ним. Ты здесь? Ты старый? Ты молодой? Сколько тебе лет? Ты пожилой? Ты старый? Ты молодой? Сколько тебе лет? Дай мне знак. Бекки Хэнс. Ханс. Бекки, привет. Ты здесь? Ты не здесь? Ты в этой комнате? Ты старый? Ты молодой? Ты пожилой? Ты отдыхающий? Ты больше любишь отдыхать? Или ты больше любишь тусить? Ты домашний? Или ты больше уличный, блядь? Так... Ты старый, ты молодой, сколько тебе лет? Ты пожилой, ты отдыхающий, ты молодой, ты молодец, ты красавчик, ты вообще охуенный чел, или ты говно? Ладно, не хочет он с нами трындеть, ну и фиг бы с ним. Давай-ка возьмем сейчас, ну я не знаю, есть ли смысл брать ультрафиолетовый фонарь реально, потому что, да. Хотя с другой стороны, а что еще как бы? А термометр еще, вот что. И возьму, знаешь что, и возьму еще вот дот-проектор и, лазерный проектор и этот, как его, блядь, блокнот, вот, блокнот. Дот-проектор, потому что он на английском называется dots, вот, да, я иногда играю на английском, даже представляете. Так, ставим сюда, мало ли, я не знаю, он на кухне. Подожди, он что, реально на кухне? Он на кухне, ты прикинь, он не в этой комнате, или в этой? Нет, он не в этой, он на кухне, он именно что на кухне. Самый что ни на есть кухонный призрак. Кстати, это может быть минусовая температура, потому что если в начале игры вы термометром чекаете и меньше, чем 3,5 градуса, ну, по крайней мере, когда раньше я играл, ну, раньше это не так давно, просто, ну, типа, не знаю сколько, месяца назад, может, месяца два, то вот такой вот лайфхак применялся, да? Так, ну, он на кухне. Хорошо, лазерного проектора я пока что не вижу. Окей, погнали нанести другие тогда всякие шмотки, вещи к нам в дом. Пока что ни одной улики, это, конечно, не очень радует, но что поделать. Так. Короче, возьму-ка я вот распятие и возьму-ка я, знаешь что? Возьму я соль, возьму распятие. Распятие зачем? Распятие мне нахер не надо пока что, подожди. Возьму соль, благовоние и вот так, и все. И посмотрим через проклятый предмет сейчас, что он, как вообще он будет себя вести там. Неплохо было бы, конечно, блять, это может быть горе, вот это мне не очень радует. Так, надеюсь, он еще здесь, поэтому, да, он все еще здесь. Окей, а где мое, извините меня, пожалуйста, быстрее, где мой фотик? Так, где он наступил? Бамс, что тут, снимки? Шаги. Угу. Подожди, шаги это отпечатки ног или это еще не отпечатки ног? Так, ладно, окей, подожди. Я все-таки возьму, наверное, ультрафиолетовый фонарь, потому что мало ли вдруг это мираж, будет прикольно. Возьму-ка я ультрафиолетовый фонарь. Мне ж фоткать его не надо, да? Не надо. Зажечь благовоние просто рядом с ним. Мы, кстати, это можем прямо сейчас и выполнить, в принципе, да? Так, ультрафиолетовый фонарь. Блин, было бы неплохо на самом-то деле сначала найти какую-нибудь улику. Так, нет, не ультрафиолетовый фонарь, я хотел выкинуть. А вот это? Так, а ну-ка, бэмс, все. Значит, шаги есть, шагов я не вижу. У
Он уже сюда наступил? Он сюда еще не наступал, отлично. Шагов я нигде пока что не вижу, но надеюсь наступит. Так, зажечь благовоние у нас выполнилось, все отлично. О, шаги есть, окей, это не мираж. Так, значит, миража мы можем вычеркивать. Ну, как бы отпечатков, естественно, я нигде не вижу, потому что, да, если бы они даже и были, то они бы уже исчезли. Ну и плюс я их делал. Опа, приколдес, это не Горё, и это лазерный проектор. Это самый видимый лазерный проектор, который вообще был когда-либо в моей жизни. Вот это прикол. Ну и мне кажется, минусовая будет. Мне кажется, это минусовая и лазерный проектор. Это значит либо Юрей, либо Они. Угу, ага. А как, блядь, им это быть? Еще один раз он лазерный проектор мне показал. Ну, прикольно, прикольно. Если это Юрей, кто это еще может быть? Райдю, Диоген, Таен. Хама-хама-хама. Интересно. Все еще не факт, что это, конечно, минусовая температура будет, да? Но я не знаю, температура очень низкая. Хотя, может быть, она бы уже была минусовой, да, ну, типа, ну, не знаю, не знаю. Ага, приветики. Это может быть, что это может быть еще вообще, в принципе? Ну-ка, давай попробую я потрындеть с ним через, через вот эту штуку еще раз. Сколько тебе лет? Ты старый? Ты молодой? Дай мне знак. Сколько тебе лет? Ты старый? Ты молодой? Дай мне знак. Сколько тебе лет? Как твои дела? Охуенный вопрос просто. Тот самый вопрос, который стоит всегда задавать призраку. Так, я, пожалуй, схожу еще за всякими шмотками. В частности, за фонариком я хочу сходить. Ну и еще благовоние перенесу. Так, хорошо. Сейчас было бы очень удобно, если бы произошел кое-какой один гост-эвент. А именно гост-эвент, в котором летит на тебя такая воздушная штука и дышит. Потому что этот гост-эвент доказал бы нам то, что это не Они. Потому что Они таких гост-эвентов не делает. Вот, да. Короче, беру штуку. Беру штуклю-дуклю. Так, хорошо. Подожди, он что написал? Подожди, это записки в блокноте, да? Подожди, где, блядь, мой фонарик? Вот он. Это записи в блокноте. Блядь, я ничего не вижу. Это записи в блокноте. Все, подожди. Ножик лежит. Блядь, опасный чел, слушай. Это записи в блокноте, это Диоген Таер. Так это изи, блядь. Подожди, а где проклятый предмет? Самая легкая игра на свете. Бля, только не говори, что это круг. Не хочу, чтобы это был круг. Ну, ебаный бро, не надо круг, пожалуйста. С другой стороны, я не хочу, и чтобы это был... Блядь, а где мне прятаться? Если это Тае, то как бы до свидания. То мне пизда. То мне пизда. Это что, кукла Вуду? Это не кукла Вуду, это круг. Ну, в принципе, с другой стороны, как бы окей, бывает. Главное, чтобы сейчас не начался триндец раньше времени, да? Я не знаю, где я могу прятаться, но проверим хотя хотя бы не Диоген ли это. Так, быстренько поджигаем все. Это Тае. Я в ахуе. Пожалуйста. Пожалуйста, пиздец, я в ахуе. Просто это было что-то с чем-то. Потому что я даже не придумал, куда я спрячусь. Я не знаю даже, это был хайдинг спот или не хайдинг спот. Хайдинг спот в переводе типа пряточный спот. Блять, что? Пряточная позиция. Блять, типа позиция для пряток. Это Тае. Это Тае, потому что Диоген бы замедлился как черт. А он не замедлялся, даже когда близко был. Подожди, или замедлялся, блядь. Не говори, что мне он, что он замедлялся. Он нихуя не замедлялся. И тем более, он бы сейчас меня нашел. Да, так что все, до свидания, добрый вечер. Это Тае. Это Тае. Это самая охуенная игра на свете. Ладно, может, не самая, но капец, какая она быстрая. Вот о чем я говорю. 10 минут. Всем приятного аппетита и хорошего, вкусного, теплого чая. Потому что когда он не теплый, ну, зависит от ситуации, конечно. Если он просто долго стоял и остыл, то тогда он уже будет невкусный. Но если он просто чуть-чуть остыл, все равно он вкусный. Но все-таки лучше, чтобы был теплый. Тем более, сейчас зима, сейчас кайфово, знаешь, смотришь в окошко, люди там ходят, мерзнут, блядь, трясутся все, да? А ты такой чаек пьешь, а он такой тепленький, горяченький, охуенненький, такой с лимончиком, блядь. Это просто все, всем чая хорошего, блядь, и спокойной ночи. Ну, вы, наверное... Не, ну, кстати, я люблю
«Фантасмофобию» перед сном смотреть, так что спокойной ночи, если что. Ну, правда, после моего такого спича, блядь, нихуевого, эмоционального, вряд ли кто заснет. Но спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи. Извините за то, что одна только катка. Просто я прям хотел, вот, быстро она получилась, и я прям хотел, вот, чтобы она такая быстрая получилась. Я хочу просто сегодня для вас еще кучу всяких других видосов записать, поэтому да, экономлю чуть-чуть время, да, и тем более «Фантасмофобию». «Фантасмофобия» всегда будет, потому что мне эта игра дико нравится, и типа вот, еще 1000 видосов насмотритесь там от меня по «Фантасмофобии» тем, кому надо, вот, и они пока что не так много просмотров собирают, так что да, вот, спасибо, да, счастья, здоровья, любви, удачи, денег, всем пока.